Всем привет! Сегодня я буду открывать вот такую огромную пищевую плёнку ПВХ. Так. Первое. Сначала вскроем коробку по линии перфорации. Нужно сейчас вот эту плёнку убрать. Здесь есть такой нож, его нужно наклеить сюда. Вот здесь на двухстороннем скотче. Вот. Убираем защитную пленку. И клеим вот сюда. Под дырочкой. Теперь можно брать конец пленки. Сейчас мы его возьмем. Вот он, конец пленки, и просунем его через дырочку. Теперь нужно закрыть коробку. Давайте посмотрим, как это работает. Отматываем на нужное количество. Ну, я возьму немного. И проведем вот этим синим ножом. Вот отрезала очень ровно. И быстро. Вот как работает эта пленка ПВХ. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.